видел его. Поехали. Диабло 4. А мы были когда-то первыми в третью Диабло. Первыми получили 60-й левел. Пати из 4 человек. 8 дней марафонили. Сокол, Пипс. The dream continues to haunt me, old friend. Ничего себе. It always starts with Это молодой Каин, правильно? To a distant land. Или просто маг какой-то. There I find a city in flames. Что? Streets choked with corpses. Unthinkable destruction. Senseless slaughter. Brother against brother. Мне нравится. Pure hatred. And then executions. О, это же это. Вестланд, как называется, полтигра. My turn comes. They burn my eyes. Break my bones. Там две игры были. I awaken in terror. Terror. There's no one left to stand against them. Горячо. Политкорректный. О! Надо было Соколу акции брать. Друид. На маунтах. Блин, надо марафонить. О, это будет круто. О, даже так. Что? А, это ПВПшка, видимо. Лип. И новые боссы. Ох, вы видели? Стоп, еще разок. Сейчас там такой удар будет. Ваншот явно, смотрите. Сейчас. И такой замах. И... бах. Ё-моё. Класс. Так. Надо собирать пати. Когда? Знаете, мне нравится то, что они сделали, действительно, как обещали, типа, мрачняк-мрачняк. То есть вот Diablo 3, она, ну, такая более мультяшная. В этом смысле Пои... Ну нет, с Пои не стоит сравнивать. Пои, естественно, мрачнее, бла-бла-бла. Это вообще другая совсем игра. Контента там, я уверен, будет даже больше, чем в 4-й Diablo и в 3-й вместе взятой. Вот. Но смысл в том, что атмосфера 1-й и 2-й Diablo, она вот как раз такая. Ну, 2-я поярче немножечко, но все равно не такая мультяшная, как 3-я. И вот... Да, да, да. Hell is coming, brother. Hell is coming. А это да, это новое. Новый босс. Diablo 4. Inside не подвел. Те новости, которые появились накануне BlizzCon'а о ремастере второго и Diablo, еще не знаю, подтвердилась эта информация или нет, о релизе 4-й, об анонсе 4-й Diablo. Они... Да. Короче, я бы забурился просто, чтобы помарафонить. Вот как в старые добрые, вот позадротить прям вот так по 14 часов в пати, на хардкоре, в игру, в которую вообще мы не видели. Сразу, как только, ошибки вот эти вот все при логине, все как в старые добрые. Когда у нас там было 6-8 тысяч зрителей, иностранцы смотрели, куда это русские идут. Чего хочешь? Да, и мы такие, да, на последних хитах там набучили, что это за босс? Да, сделаю. Было классно. Романтик.